Все для победы. Впервые из Коми на передовую отправили 2 квадроцикла. Именно их просили сами бойцы. Заказ с передовой выполнила компания «Воркута-Уголь» и сыктывкарские предприниматели. Автовоз с квадроциклами и 2 буханками сегодня выехал из Сыктывкара. И уже через считанные дни технику передадут нашим бойцам. Продолжит Дарья Вологжанина. От момента просьбы до отправки всего неделя. За такой короткий срок удалось найти тех, кто готов помочь фронту с покупкой дорогостоящих квадроциклов. О такой проходимой технике попросили наши бойцы общественницу Юлию Провст. Помощь не заставила себя ждать. Ко мне обратились бойцы из 2 направлений с просьбой приобрести квадроциклы. И благодаря вот мгновенной реакции главы нашей республики Владимира Викторовича Уйба сегодня на фронт отправляются 2 новых квадроцикла, с помощью которых наши ребята будут намного эффективнее выполнять все поставленные им задачи. Один квадроцикл приобрела компания «Воркута-Уголь», второй – несколько сыктывкарских предпринимателей. Проходимая техника в первую очередь нужна, чтобы вывозить с поля боя раненых бойцов. Мы в торгово-промышленной палате обратились к нашим товарищам, которые вот здесь присутствуют. И даже не пришлось никого уговаривать. Буквально это прошло 1-2 дня, и Коми республиканская типография – ЧОП, МКБ, Лавина и общество с ограниченной ответственностью «Алграф», торгово-промышленная палата, нашли мы в их глазах поддержку, как сказать, провели софинансирование, а также компания «Снежный Барс», которые нам очень помогли и с приобретением, и с подготовкой, и с погрузкой, и с выгрузкой, перегонкой. И вот квадроцикл уже здесь, и мы очень рады, что можем в этом отношении поддержать наших ребят на передовой. Предприниматели города и республики постоянно помогают нашим бойцам, кто чем может, закупкой технических средств, экипировкой, продуктами питания и средствами личной гигиены. Не первая акция, которую мы проводим, это и квадрокоптеры, и блокноты, в которых пишут наши ребята, и книги для тех, кто является сейчас беженцами с этих территорий. Мы помогаем много-много чем. На самом деле к нам обратилась ТПП с просьбой помочь в приобретении этого квадроцикла. В общем, мы откликнулись. Мы понимаем, что все для фронта, все для победы, поэтому с большим удовольствием принимаем участие. Мы с искренностью сразу откликнулись и решили перечислить определенную сумму, чтобы помочь, была эта помощь оказана нашим ребятам, чтобы эта техника отслужила, я надеюсь, намного дольше, чем заложено вот в это время. А там срок службы, говорят, у него на военных действиях 3 месяца всего, 3 с лишним месяца. Будем надеяться, она отслужит намного дольше. Кроме квадроциклов, сегодня на фронт отправили 2 УАЗа. Автомобили отремонтировали, покрасили, привели в порядок и загрузили гуманитарной помощью – тушенкой, кашами, крупами и средствами маскировки. Уже через несколько дней автовоз прибудет на место, и техника перейдет в распоряжение наших бойцов на передовой. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».